Вот снова сейчас выскажусь, потому что не могу сдержаться. Сижу сейчас в старинном, красивом, уютном немецком городке и наблюдаю проходящих мимо своих земляков. Блять, аж противно говорить. Ходят сытые, холеные рожи, блядь, со своим приплодом. Причем женщины идут с мужьями призывного возраста, с колясками, одеты во все фирменное, в то, чего у них никогда не было в Украине. Идут с сытыми, довольными рожами, ебальниками. Пиздят на чисто русском языке. И когда я вспомню, блядь, что эти люди уже несколько лет мутят, колотят Украину, заварили эту ебаную нацистскую кашу, теперь обвиняют русских, а сами, блядь, устроив всю эту хуйню в Украине, по факту развалив страну, съебались оттуда и сидят здесь, на немецких деньгах. И эта ебань заполонила, блядь, все города. И я это вижу каждый день. Этих ебаных патриотов, этих лицемеров высшей категории. Как это отвратительно.